Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Африкантова рассказала о событиях на острове. Сегодня у нас были военно-пляжные сборы. Мы разжигали костер, собирали палатку, готовили на костре, были спасателями. Дима и Оля примкнули к революционерам-новичкам на поляне. На Лобном Диму понесло, и у него была потасовка с Чуевым. Чуев же недоволен новыми переменами на проекте. Ему не нравится новый состав, он считает, что на них неинтересно смотреть. Тата Абрамсон похвасталась новым колечком. Ей подарил его Валера Блеменкранц, и стоимость кольца 150 тысяч рублей. В городских квартирах снимали новогоднюю программу. Было приглашено много бывших участников проекта. Таня Охолкова, Катя Колесниченко, семья Трегубенко, Лиза Шароха, Венцеслав Венгржановский, Лена Босс, Настя Волынец, Татьяна Владимировна Африкантова и многие другие. Давайте посмотрим фотографии, которые публикуют домовцы. Ольга Бузова, несмотря на свою тяжелую болезнь, тоже была на съемках. «Болеть нет ни времени, ни возможности», – пишет Бузова. Андрей Черкасов окончательно покинул телепроект. Теперь он не будет уже наставником, а будет появляться только в прямых эфирах «Дома-2». По слухам, причиной ухода как Андрея Черкасова, так и Глеба Жемчугова стало то, что их лишили проектной зарплаты. Как говорила Бородина, теперь не будет никаких рекламных денег, а чтобы заработать на жизнь на проекте, нужно трудиться на стройке. Вика Романец публикует много личных фотографий, которые доказывают, что они живут вместе с Антоном Гусевым и у них все хорошо. Как вы помните, дочке Ксении Бородиной Тионе исполнился 1 год. Ксения с мужем устроили большой праздник в честь ее дня рождения на тему зимней сказки. Ксения и Курбан до сих пор скрывают лицо девочки, и лишь на одном праздничном снимке она стоит к фотографу боком. Маша Адоевцева интригует своих подписчиков. Она стала публиковать фотографии не только со своей дочкой, но еще с одной девочкой. «Я вижу, сколько вопросов вызвало появление маленькой девочки. Я обязательно познакомлю своего читателя с этой чудесной малышкой, но когда придет подходящий час». Ну а читатели Маши решили, что либо она удочерила девочку, либо нашла себе мужчину уже с ребенком. Ольга Бузова вдохновлена своими успехами на певческом пути. Она начала заниматься вокалом и готовит сольную программу на следующий год. Сольный концерт она планирует дать в Крокус-Сити-Холле. В сеть попало видео с последней вечеринки домовцев на поляне. Под действием виноградного сока Майя Донцова, Денис Баранов, Алена Творогова и Ваня Заря не просто танцевали на кухонном столе, но и фактически изобразили некое подобие полового акта. Это стало для многих зрителей последней каплей. Но все-таки остается надежда, что эти похабные кадры вырежут из будущих эфиров «Дома-2». От всеобщего веселья не осталось в стороне и Саша Харитонова. Ее страстные поцелуи с новым участником Сергеем Кучеровым тоже оказались запечатлены на камеру. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.